Молниеносную операцию по задержанию дуэта грабителей провели оперативники МУРа совместно с бойцами Росгвардии. Двое приезжих зарабатывали на жизнь тем, что нападали на столичных автомобилистов. В наручниках двое, оба приехали в Россию из Закавказья. Сюда смотри. Что случилось? Что случилось, им доходчиво объяснили. Один из последних эпизодов стал для грабителей роковым. В полицию через службу 02 обратилась 55-летняя москвичка. Женщина рассказала, что вечером она припарковала свой автомобиль около дома на Карельском бульваре. В этот момент к ней в салон через незапертую заднюю дверь проник незнакомец. Мужчина выхватил с сиденья ее сумку с денежными средствами, после чего скрылся на иномарке черного цвета. По черной иномарке, приметам и камерам наблюдения злоумышленников выследили. Сейчас стражи порядка выясняют, сколько подобных похождений на совести этих людей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».